Матч первого круга первой евроафриканской группы Кубка Дэвиса соберет в Минске команды Беларуси и Португалии. Эта дуэль пройдет по новым правилам. Соперники белорусов уже прибыли в белорусскую столицу и провели несколько тренировок. В составе нашей команды Егор Герасимов, Владимир Игнатик, Илья Ивашко, Андрей Василевский и финалист юниорского парного US Open Александр Сгировский. В четверг пройдет жеребьевка предстоящего матча, а в два последующих дня непосредственно игры. Нету ни одного соперника, который не может победить. За счет чего? Но я считаю, что наши должны играть более агрессивно, наши более мощные. Они по комплекции более мощные, и по игре более мощные. То есть много будет зависеть от того, насколько хорошо будет складываться игра на своей подаче, насколько хорошо они будут подавать. Потому что дальше просто стоять в розыгрышах с португальцами будет сложно. Очень быстрые, техничные, играют в активный теннис, особенно Джо Соуза. Ну, я считаю, за счет мощи, за счет атакующей игры.